Доброго-доброго всем денечка, дорогие друзья. Геймплей херота, графика херота. Я ее называю индюшкой. Так, дорогие друзья, всех рад приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем с вами пятничный, так сказать, стримчик. Если бы я жил в СССР, вот абсолютно все, вот любой пункт, блядь, который я люблю, называйте, его не было бы. Ну, за исключением, блядь, игровых приставок, электроника там и какой-нибудь вот такой херни. Плазма Пионер нету, не существует, никогда в жизни не появится, даже близко. Автомобиль хороший, с коробкой автоматической передач, качественный, надежный, идеальный, типа Toyota, Lexus и так далее. Невозможно ни при каких обстоятельствах. Ни при каких, даже, блядь, ближайшего, вот, даже вот там мозгом подумать, блядь, через миллиард лет возможно будет хороший автомобиль с автоматической коробкой. Невозможно. Невозможно кардинально. Принцип совершенно другой. Что еще я люблю? Игровая приставка а-ля PlayStation 5 с игрой Last of Us. Невозможно ни при каких обстоятельствах. Даже близко. Вот все, абсолютно каждый момент, блядь, вот называешь под пунктиком, невозможно, никогда не будет, ни при каких обстоятельствах. Все. Ты должен сидеть исключительно, блядь, в пустой хате, блядь, с телевизором, максимально дешево. То есть, если это современный интернет, год там, типа, Советский Союз не развалился, значит, это телевизор уровня какой-нибудь Телефункин, блядь, с Китая, только там написано электроника, то есть дешевый ЖК-телевизор, там, говнотелек, блядь. Все, вот такой телевизор. Игровая приставка а-ля там, блядь, по графике, не знаю, какой-нибудь там, хер пойми, там, Nintendo Wii, только, блядь, без джойстиков, но вот примерно вот с такой уровнем графики, игры там, естественно, специфические. Все. Интернет, вот типа как в Северной Корее, когда там вот есть какие-то свои сайты, несколько, и вот по этим дурацким сайтам ты можешь лазить. Автомобили, личных автомобилей, либо нет, либо они есть по большому блату, без автоматической коробки, без всякого прочего. Просто вот типа вот как, не знаю, рыбки там все такое, и там вот в торговом центре стоит, очень круто. Вообще забавная машинка. Классно так выглядит, я бы покатался на таком. Не знаю, хороший автомобиль с автоматической коробкой передач, мощным V8 двигателем. Я это все прекрасно знаю. Правда, я на механической коробке не умею ездить, поэтому навряд ли бы я с места сдвинулся. Калькулятор электроника МК-71. Вот это забавные советские калькуляторы. У меня раньше был такой. У нас тоже электрики ездят на всяком старых машин. Вот моей машине тоже почти 20 лет. Но я и то ее купил, потому что я ж помимо электрики еще блогерством все-таки занимаюсь. Плюс мне родители помогли ее купить. Блять, ни хрена все эти ракеты херачат. Да блять, ебаный ты рот, что за хрень? Да блять, хрен увернешься. Вы что, охренели, сколько ракет, блядь? В каком месте там уврать? Ну, уровень какой-то жесткий. Бля, как бы не сдохнуть. Бля, хорошая вот эта музыка, мне нравится. Слышите песню? Классная. Тимберленд. В России у нас все элитарно. Я говорю, Тимберленды нет, не элитарные. В Америке хуйня ебаная. А, ну как, обычные рабочие ботинки, в которых все могут ходить. А у нас элитарно. У нас все элитарное, блядь. У нас любая фирма американская элитарная. И джинсы хорошие вот этих фирменные американские, элитарные. Потому что у нас не элитарные, это с китайского рынка джинсы. Да, блядь. О, хот-доги готовят. А вот вы любите, например, шаурму? Вот я последнее время чуть не особо она мне заходит. Пробовал всякую разную шаурму в Питере. Какую только не пробовал. Наверное, уже все питерскую шаурму вообще не особо заходит что-то. Не знаю. Больше, вот бургеры мне больше заходят. Макдональдс заходил гораздо больше. Этот Бургер Кинг тоже.
Еще вот единственное, что в Питере не нашел, это хорошая узбекская кухня. Вот, блядь, в Тагиле была охуенная узбекская кухня. В Питере я пока что не встречал. Но, наверное, тоже есть. Но вообще, вот, конечно, бургеры это... Я люблю. Последнее время что-то я бургеры стал любить. Я и раньше их любил. Ну, у нас пока что только один или два ресторана вот эти открылось новых Макдональдс. Тот Макдональдс, который рядом со мной, еще пока что закрыт. Поэтому я как только... Ёб твою мать, еще и связали. Блять, умер. Сука. Ну-ка, отпусти меня. Что, сволочь? Да... Паразит, блин, мало того, что мелких до хрена. Не, реально вдвоем лучше, конечно, в эту игру играть. Потому что быстрее по... Да какой тут сюжет, просто бегаешь по локациям, да и все. Нет, тут особо. Это же битэмап, блин, нахрен тут вообще сюжет. Примитивный, какой еще. Шредер говно, черепашки хорошие, Шредер хочет всех поработить. Вот весь сюжет. А еще много приспешников у Шредера, которые хотят ему помогать в, ее, в его злодейских деяниях. А черепашки такие хорошие, такие хорошие. Блять, вот это он жестко делает. Да ебаный ты шакал. Нормально. Блять, взрывается, сука, и при этом еще рождает двух маленьких говноедов. Не, просто взорваться, так еще и маленьких говноедов породил. О, механическая черепаха. Сейчас будем биться с ней. Механическая черепаха. Вот это жопа. Блять, нихуя себе руки, базуки у нее. Да это, блять, Т-800 какой-то в овечьей шкуре. Ух, ебать. Что за бомбардировок? Дайте пиццу. Пиццу мне. Пиццу, сука! Вот она, моя любимая пицца. Пицца Олис. Ай, хороша. Надо выкинуть коробку. Такие убили, падлы. Не хочу этот уровень заново проходить. По-любому сейчас, сука, пицца лезет, тварь. Ну ладно, я сейчас его, когда буду бить, я его возьму ее. Это Бастер Стокман, чертов козел! Ублюдок, шакал, вонючий! Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, ублюдок! И тебя ненавижу, пидор! Гребаный говносос, блин! Я ненавижу тебя, тварь, Бастер Стокман, ты тварь! Ты ублюдок, ты упы! Недочеловек! Котина, мразь! Шакал проклятый! Блять, этого Бакстера Стокмана еще хуй по... Бля, ну сложно убивать. Ну, бля. Вот он козел. Да, блять, как в него попасть-то нахуй этого говноеда, а? А, блять, какой черт, ты меня бьешь, гребаная черепашка. Да, блять, ты говноед, вонючий! Блюдок вонючий. Я тебя ненавижу, мразь. Мерзавец беспардонный. Хрена ли ты летаешь, как скотина тупая, блять. Сражайся, как воин, как...
настоящий воин, а не вот эта бесчестная игра. Выйди, сука, один на один, мразь. Чуть-чуть причем осталось, блядь. И сдох. Вот это весело.